Уважаемые любители моих небольших роликов, подкрадывается лето, и это замечательно, поскольку будет тепло, хорошо, хотя и недолго. Сегодня у нас с вами достаточно любопытная тема, связанная с очень актуальной проблемой современного человечества. Надо сказать, что как все процессы эволюции гоминид, они рукотворные. Как я пишу в своих книжках, мы сами являемся и кроликами, и теми экспериментаторами, которые, сдирая с них шкурку, потом с успехом жарят и едят. Так вот, сегодняшняя наша тема довольно сложная. Она связана с названием ролика впрямую, но можно было назвать по-другому. Можно было назвать как-то красиво, так, как у нас сейчас любят слабо недоразвитые политиканы, отсылать нас к древностям. Ну, например, Гермес и Афродита. Ну, или по-упрощенному, как звали их сына, которого они смогли смастерить, то есть гермафродиты. То есть это достаточно забавная история. Под ней, к сожалению, лежит много серьезных научных проблем, о которых мы чуть-чуть так прикоснемся. Потому что есть большое подозрение, что весь этот а-ля гермафродитизм условный, ну, когда два мальчика пытаются сделать потомков, это у них никак не получается. Ну, как-то есть некоторые препятствия, вот, о которых они, естественно, не догадываются. Вот. Но для того, чтобы перейти к этому сладкому моменту эволюции человечества, надо немножко оглянуться назад. Ну и первоначальная идея состояла в том, что, собственно говоря, горящий Платон, он не знал там, как придумать происхождение полового диморфизма. Значит, он предложил такой вариант, что, оказывается, жили такие люди, кругленькие достаточно, у которых было 4 ноги, 4 руки и 2 лица. И, ну, они жили, и все нормально, а потом, значит, их взял один из богов, догадывайтесь, кто, большой начальник, ну, чтоб они не хулиганили, потому что они, бог знает что, о себе стали думать при таких достоинствах и рассек их пополам. Получилось, мальчик и девочка. Ну, и они всю оставшуюся жизнь, как вы понимаете, ничего интереснее не находили, чем гоняться друг за другом, чтобы соединиться. Ну, и когда соединялись, там получалось опять такой же. Ну, не четырехногий, опять двуногий. Вот такая сказка, значит, про возникновение двуполости Платона очень устраивала. Ну, и плюс выдуманный сыночек Гермеса и Афродиты, гермафродит, он, так сказать, увековечивал эту, так сказать, модель. Ну, надо сказать, что многие по-другому называют это все там. Но это не имеет никакого значения. На самом деле, да, действительно, есть такие патологии, отклонения, которые сказываются над половой принадлежностью. Иногда у человека в эмбриогенезе закладываются одновременно яичники и семенники. Ну и дальше возникают всякие трудности, потому что эти патологии вызывают в том числе и гормональные изменения, и многие люди всю жизнь мучаются. Но это такая редкость, так редко это случается, ну, вот, что параллельно одно и то же. И для человечества, в общем, не характерно. Но для животного мира это все происходит запросто. Пример. У рыб есть так называемая протогения и протандрия. То есть, ну, когда протандрия, когда самец появляется сначала, и наша обычная селедка, это в основном мелкая такая, сухенькая, противная. В общем, в качестве закуски она абсолютно не годится. Вот. А это обычно самцы. Потом, когда самцы становятся жирными, отъедаются, толстыми, они становятся самками, и, в общем, в этом случае протандрия. И дальше малолетние худосочные самцы оплодотворяют старых толстых самцов, неожиданно ставших самками. Это прекрасная эпоха, и некоторые бы люди, я думаю, вполне бы на это согласились, потому что у них попыток уже много, значит, такого размножения, но неудачные пока.
То есть, но при этом природа всегда борется с самоплодотворением. За это можно и выпить рюмочку этого чудесного зеленого напитка, то есть разрушающего нервную систему. Делать этого ни в коем случае нельзя, в больших количествах, конечно. Ну, а по чуть-чуть можно, но иначе мы и не познакомились с величайшими мастерами эпохи импрессионизма. Абсент, иначе говоря, господа, за ваше здоровье. -75 градусов, он требует некоторого навыка в этом деле. И обязательно свеженького листочка салата. Видите, какой он чудный. Он сверкает. А какой по вкусу. Мы еще вернемся к этой теме сегодня. Салат – это важнейший инструмент развития либерализма и пидорастии в нашей стране, да и за рубежом. Поэтому он тоже является тематически объединенный с моим небольшим рассказом. Так вот, в животном мире это случается часто. Одновременно закладываются мужские и женские половые инструменты. И это становится все достоянием общественности, когда рыбки, например, двигаясь по вертикали в температурном градиенте, внизу сидят самцы, стоит подняться повыше, они превращаются в самок. Есть такие рыбки на коралловых рифах, там их очень много. Об этом заполнен весь интернет и фильмы про животных, поэтому размениваться на это я не буду. Ну, достаточно упомянуть даже такое существо с сложным поведением, как группер. Я рассказывал в одном из роликов, что он на совместную охоту, вставая так на голову и трясясь, вызывает в компанию Семуре, но они вдвоем охотятся. Межвидовое взаимодействие, обращаю внимание, по договоренности. У нас люди договориться не могут. А тут группер. В общем, рыба-закуска, по сути дела, договаривается с другой, ну, менее съедобной закуской. Но это на коралловых рифах там чего только нет. Там рыба-попугаи, губановые, вот у них все это происходит, инверсия пола. То есть надо к этому серьезно относиться. То есть пол – это не всегда одно и то же. Но они все время избегают самоплодотворения. Почему? Потому что все-таки нужно обмениваться геномом, иначе это грозит вырождением. Поэтому обычно, когда созревают самцовые инструменты, то спаривание идет с самочкой, а потом, когда они опять меняются полами, то наоборот. Таким образом, перекрест все-таки существует, и это не то, что самооплодотворение. Хотя это встречается очень редко. Более того, есть много работ по сегодняшней моей избраннице души, то есть по стерляди, которую очень надеюсь в этом году начать препарировать снова. Ну и, соответственно, вам об этом рассказывать. Ну, вот. Так, есть работа о массовом перераспределении пола у самцов стерляди в условиях аквакультуры. Ну, если их держать вместе, самокам не давать, они часть самцов становятся самками, происходит инверсия пола. Да, вот такие вот несчастья. Но в животном мире это понятно. Надо что-то делать для того, чтобы сохранить способность к воспроизведению своего вида. Но я в свое время, у меня была большая работа, связанная с сибирским углозубом. Там эта проблема решается не примитивной инверсией пола, а просто депонированием у самок за год до размножения мужских сперматозоидов, что позволяет им гарантированно, даже при массовой смерти всех самцов, так сказать, продолжить свой род. Но есть у рептилий, у рыб это распространено, у рептилий тоже есть. Причем есть очень яркий пример относительно недавнешний. Это Киимда Гранде, островочек такой, система островов. И там есть такая островная змея, которая обладает удивительными свойствами. У нее их есть яичники и семенники. Но более того, на теле есть входной дырка для яичника, чтобы ее оплодотворили. И есть копуляционные органы одновременно. Вот это уже круто для рептилий. И, собственно говоря, решает массу проблем. Особенно
на островах, где шанс вымирания очень высок. Но надо сказать, что в этой области наука не стоит на месте. Недавно открыт специальный белок, который отвечает за температурное регулирование пола у крокодилов. Это очень важно. Это, ну, всем известно, что если температура поднимается в крокодиловой куче до 33 градусов, то выходят в основном самцы, а если падает до 30, становятся самки. Вопрос был, как это все происходит. И вот здесь выяснилось, что есть белок ионного канала, сейчас я скажу, какой, АМТРПВ4, который регулирует всего-навсего доступ в клетку ионов кальция. Отключают его, и закладка половых органов происходит случайно. То есть это серьезное достижение, потому что механизм температурного влияния на дифференцировку пола у крокодилов был привлекательной проблемой последние несколько десятков лет. Но сегодня у нас все-таки ролик называется «Глобальный либерализатор». И тут мы подходим опять к моему дачному салатику, который является чудесной закуской, когда свежие, хорошие. И переходим к ключевой части моего скромного доклада. Мой доклад связан с тем, что при выращивании вот таких салатиков, а также при выращивании сои, кукурузы, винограда, как вы знаете, всегда в грядках бывает много сорняков. Это ужасно. А салатик хочется чистенький, без сорняков. Что делают? Ну, понятно, что в промышленных масштабах его просто выгоняют в маленьких горшочках при интенсивном поливе различными стимуляторами, да и в магазинах. Но некоторые извращенцы любят качественную еду. Более того, зачастую дешевле его просто побросать в землю, полить гербицидами, чтобы другие растения его не забили, и осуществить выращивание. Ну и на продажу. Это называется биологически чистый продукт, любители ЗОЖ, ну, в рамках песнопений Шнурова, они как раз это, к этому и очень притягиваются. Так вот, что же это за гербицид, которым обрабатывают салатики, как я уже говорил, сою проростки, там обрабатывают кукурузу, виноград, а вообще все, везде, где есть широкими листьями такие паразиты, имеется в виду вредные растения, там это широко используется. И используется это с 58 года. Фирма Гейджи открыла это вещество и пустила его в продажу. Причем называется оно немножко по-разному. На Западе он называется атрацин, а у нас атразин. Он разрешен его широко использовать в сельском хозяйстве. Ну, полоть руками-то трудно в промышленных масштабах. А тут полил. Все, кто не нужен, все сдохли. Все нужные остались. Вот так бы среди людей. И не надо было бы никого увольнять. И потом считать количество швейцарских часов по особнякам. Ну вот. Но об этом речь впереди. А сейчас о этом прекрасном гербициде атрозине. Как я сказал, он уже с 58 года широко применяется. Ну, у людей, конечно, тут же исследователи, понятно, как нанятые. Ну, у нас Академия наук все такая. Они тут же открыли, что, конечно, ну не тут же, там лет через 40, когда уже денег было много, что он действительно действует, может вызвать, увеличивать вероятность появления паркинсонизма, ну и вообще всяких неврологических отклонений. Особенно у любителей ЗОЖа. Ну, травку кто любит, не свою. Это важный момент. У тех проблемы. Значит, что же на самом деле это вещество делает? А делает оно страшную вещь. Исследования зоологов, которые, как вы понимаете, меньше подвергаются цензуре и, так сказать, свободнее проходят в публикации, показали, что там, где используется это вещество, лягушек-гермафродитов становится в 3 раза больше.
Более того, динамика этого процесса очень завлекательна. Лягушки живут в водоемах, куда стекает этот замечательный гербицид. Потом они становятся бесполыми. То есть самцы утрачивают свои половые признаки, ну и, соответственно, семенники. А затем, через некоторое время, они становятся самочками. То есть количество девок в пруду увеличивается. Ну, тем самцам, которые не подверглись кастрации, конечно, везет. Но проблема в том, что таких не остается. Ну вот, это исследование сделано еще были в начале нынешнего столетия, в 2010-2008 году. Причем университет в Беркли, серьезные люди. Тирон Хайес, известный профессор университета Беркли. А это показал, причем достоверно. Вот что интересно, что там не только гормоны разрушаются, а самое главное, запускается инверсия пола у животных, для которых это не очень, мягко говоря, характерно. Через 10 лет это было опять подтверждено в неожиданных исследованиях. Это Дэвид Скелли, 20-й год. Он там изучал, как амфибии адаптируются к городу или к деревне. И вдруг выяснил, что на атрозине, а это Йельский университет в США, что на атрозине и атроцине, как хотите, значит, тоже инверсия пола, самцы утрачивают, становятся более феминизированными. То есть они начинают вести как самки и даже размножаться, когда у них увеличиваются яичники. Итак, уважаемые господа, теперь подведем итог. Несертифицированный. Это чисто анализ того, что публикуется в рамках этих историй про атрозин. Оказывается, это вещество, которое очень широко используется на Западе уже 70 с лишним лет. Оно вызывает, первое, снижение мужских функций, а в некоторых случаях и почти химическую кастрацию. Как вы понимаете, проверять это вам никто не даст. Потому что даже в нашей стране завоз этого атроцина и атрозина гигантский. И поливка им в промышленных масштабах продуктов пищевых, она просто ужасает. Так вот, все очень мило. Это приводит к феминизации мужского поведения. А теперь переходим к сладкому. Ну так, чего нам пенять на Западную Европу, где они с 58 года вкушают атрозин в виде соединений, поступающих в растения. Вот твои мускулистые мужики становятся такими феминизированными, и вот откуда идет либерализация-то. Расцвет пидорастии у нас гарантирован химическими способами. Но нет бы что-нибудь придумать поинтереснее, чтобы от чего поумнели бы, упаси бог. Нет, вот сменить пол – это пожалуйста. Запидораситься по полной – это пожалуйста. А вот для поумнения у нас не предусмотрено ничего. Так что делайте соответствующие выводы. Ну и самое-то главное, понимаете, к чему я клоню? Я клоню к тому, что салатик надо выращивать у себя на огороде. Если не хотите, вдруг, проснувшись утром, я для мальчиков сообщаю, посмотрев на себя в зеркало, с удивлением отметить, а где же мой кончик, который всему венец, как известно по русской поговорке? Ах! Он уже заменен совсем другим органом. Поэтому имейте в виду, что этот атрозин, он действует и на нервную систему. Человек непроизвольно, а это страшно, начинает делать предпочтения, которые не характерны для его вида и для его пола. Ну, к чему это приводит, я думаю, прекрасные парады, чудесные наборы в армию в США, где такие могучие педруччи, значит, выстраиваются в очередь, чтобы победить коварных русских, особенно всегда приятно. Поэтому я сейчас нарушу нравственность, потому что я очень надеюсь, что до вас дошли те проблемы, о которых я говорил. И, может быть, это послужит уроком тому, чтобы вести здоровый образ жизни, все-таки иногда хоть о чем-то задумываясь. Я небольшой пацифист, но травить
населения с целью превратить их в либеральных Педруччо, мне кажется, это уже перебор. И для этого нужно что-то делать. По-видимому, я бы предложил, если, но это, боюсь, не найдет поддержки. У нас же здесь освободился зданица в Чистом переулке. Ну, имею в виду Тимура Иванова, который Иванов такой же, как я, Хашимин. Ну вот, так может быть, это зданица-то в рамках того же самого Министерства обороны или в рамках каких-нибудь разведывательных структур или других силовых превратить в небольшую лабораторию, которая не будет зависеть от Академии наук, от Министерства науки и высшего образования, но которая будет решать государственные проблемы. Ну вот типа этого атрацина, атразина. Но это недопустимо никуда. А еще есть темы, я о них говорил, связанные с асбестом, связанные с проблемами разрешения у нас так называемого животного жира, полученного из говна с помощью генодифицированных дрожжей и прочее, и прочее. В конце концов, отбор во властные структуры людей, о чем многократно говорил, по предварительному церебральному сортингу. Может, тогда как-то что-то наладится где-нибудь? А так берешь атрацин, два мешка с деньгами, и можно превратить в Педруччо целую страну. Так что, уважаемые граждане, будьте внимательны и выращивайте салатик на собственном огороде. За вас, за ваше здоровье и настроение, конечно. До свидания.